Здрасте! С вами Забава, Забавушка Душенька, и мы в Алане Уэйке. Да, продолжаем, друзья, продолжаем. Я, короче, увидела вот что. Я увидела кофе. Блин, в прошлой серии что было? Меня рвали и метали. Это был капец просто. Так! Тихо. Я думала, я тут всех выжгла уже или чё? Так. Ладно, кофе забрал. Чёрт! Так, давай! А я капкан-то не видела здесь. Что такое? А вот это что такое? А, ну это сундучок какой-то просто. Так, могу внизу выйти. Но здесь, по-моему, больше ничего нету. Ну давай спрыгнем здесь. Оба-на! Это мы куда? Так, подожди, а здесь можно что-то взять? Я на самом деле думала, что мы спрыгнем туда, где брали патроны. Где остановились в прошлой серии. Ну да ладно. Ладно, значит, не тут. С другой стороны! А, вон, я с другой стороны где-то вытащилась. Ладно, давай немножко подлечимся, посмотрим, что у нас. У нас есть только дробыш и фееры. Нам нужно добраться до фермы. Ну пойдем добираться, боже. Надо главное не кипишевать. Я всегда, когда вижу вот это вот помутнение леса, и вижу, когда на меня кто-то идет, все. Паника охватывает меня вообще сильно. А, я же говорю! Так. Так, раз. Я просто от всех убегаю. Вали! Все. Вот такая тактика. Выкусили. Все, выкусили. Ни разу не задели, между прочим. Ну, потратила два феера. Я увидел машину, но водителя в ней не было. Ну, я понял. Мы сейчас возьмем машину. А вот здесь вот... Блин, здесь тоже... Ой... Hello? Эй! Есть тут кто? Да кто орёт? Барри! Барри! No, Danny, you're not... Так! Нет, Дэнни, нет! Так, пошли! Господи, где он? Там орёт-то везде! Здесь? Толкай! Там, по-моему, уже поздняк. О, это кто? Я тебя знаю, ты был в тюрьме. Я ходил на ферму за самогоном, понимаешь? От него прозреваешь, а в дурке он им все равно не нужен. Но мой приятель Дэнни, я его потерял, с ним что-то неладное. Это уже не он. Мой друг Дэнни, я его потерял. Что-то не так с ним. Это не он. Как в хреновом продолжении хорошего фильма, когда лучший друг главного героя внезапно оказывается злодеем. Кто вообще написал это дерьмо? По-моему, Алан. Написал это дерьмо Алан. Блин, а кто? Кто его так? Что с ним вообще? Я никакой раны у него не вижу. Че, все? А, все, ему кирды.
Нему кирды-верды. Ладно, нам нужно исследовать дом. Исследовать дом. Мужику уже ничем не поможешь. Но мы взяли револьвер. Взяли револьвер. Хорошо. Так, ладно, где дверь-то была? Где дверь-то была? Откуда я пришла? Так, вот! О! Я обдумал все возможные варианты. Если я продолжу писать по указке темной сущности, Элис не спасти. Теперь это ужастик, а значит погибнут и Элис, и я сам, и весь город. Не выживет никто. Тьма поглотит все. Она с самого начала этого хотела, обрести свободу, безграничную силу. Она использовала Элис как приманку, как стимул для меня продолжать работу. Она и не собиралась ее отпускать. Но это я исправлю. Прежде всего нужно бежать. Я вписал себя в историю, теперь я главный герой. Риск, конечно, страшный, но только так я могу спасти Элис. Я стану подвластен сюжетной линии так же, как и все остальные, кто оказался в нее вплетен. Мой замысел удался, история должна быть правдоподобной. Должны быть случайные жертвы, смертельно опасные ситуации, нагнетание атмосферы. В романе ужасов нельзя быть уверенным, победит ли герой или выживет он вообще. Он практически обречен на смерть. Следующим делом я впишу в историю свой побег. Мне нужна помощь. Помогать мне будет Зей. Короче, я пишу свой роман. Я поняла. Я сумасшедший. Я пишу свой роман. Я оказался как-то в этом романе. По-моему, все логично. Поэтому все логично. Исследуем дальше дом. Второй этаж я исследовала. Побежим внизу, посмотрим. Тихо! Возьми патроны! Опять медведь! Этих бедных медведей везде натягивают. В лечебнице тоже был медведь на полу. Фу! Там кто-то разбил окно! Давай! Нет! Еще! Еще! Так, давай дробыш бери! Вот дробышем каефно! Дай-ка угадаю, ты Дэнни? Кто Дэнни? О чем ты? Это все темные сущности, Дэнни тебе. Дэнни. Фух, добраться до фермы. Так, это нам что? Феер этот пригодится 100 пудов. Давай пока переключу... Да, на твой пистолетик и перезаряжу. Я мог выбраться через разбитое окно. А, вот здесь? А здесь не могу? Передняя дверь была заперта. Да, понял. Это я понял. Ладно, сейчас, наверное... А чё? О, господи, я застрял. До фермы было все еще далеко. Мне нужна была машина, чтобы поскорее добраться туда. Так, это я понял. Сейчас я соберу машину. Подожди. О! Конечно, подожди. Боже, это кто, олень? Я сначала издалека поняла, что это тушка свиньи. Ушко свиньи. Боже. Так, берем. Можно здесь будет... ну, ладно. И светошумовая граната. Так, но у меня сначала... на троечке светошумовая на пятерке. Ладно. Ладно, пока феерами будем. Феерами распугивать их всех. О, можно еще наверх сгонять. Давай. Давай. А, тут закрыто. Угу. Ладно, понял. Ладно, понял. А может быть, где-то еще рукопись здесь пошарится, может быть, есть? Я же собираю все на 100%. Так. Давай еще забежим вот в эту сторону, посмотрим. Конечно, рукопись! У меня чуйка работает на эту рукопись, вообще капец. Пару секунд Хартман думал, не придушить ли идиота. Мод был подлой душой, но легко поддавался манипуляциям. Эмоционально незрелый, он жаждал одобрения Хартмана. А Уэйк, напротив, был задачкой посложнее. Мод слишком сильно отпустил поводок. Кто знает, что может случиться за 2 дня. Хартману было необходимо вернуть над ним контроль. И как можно быстрее. Быстрее. Так, это я оттуда не мог. Ну все, я все осмотрел, все взял. Теперь я сяду в тачку и не чешись вообще. До фермы я долечу на изи-пизи. Потому что здесь
Есть! Раз Барри не было здесь, значит, он был на ферме и, скорее всего, в беде. На миг мне стало стыдно, что я в нем сомневался. В конце концов, я же до сих пор не справлялся сам. Но Барри — это Барри. Так, ладно. Ай-я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 й. Так, осторожно, осторожно. О, боже. Блин. Давай я быстро выбегу, возьму это дебильное кофе. Давай. Потому что сейчас все загружится. Давай-давай-давай-давай, закружится все сто пудов. Давай-давай, садись в тачку, поехали дальше. Ну, надо поглядывать, может быть, рукопись тоже тут где-то валяется. Не будем торопиться. Не будем торопиться. Тихо. Мне кажется, ферма... Братья же сказали, что там записня, и там они расскажут все, что происходит. Я так поняла. Блин. Здесь можно что-то взять. Ну давай. Черт. Тихо. Так, вот сундучок, бери. Светошумовые гранаты, классно. Так, револьвер, классно. Что это еще? Батарейки, классно. Ну, конечно, нельзя. Конечно, нельзя это все дело упускать, потому что... Ой, потому что страшно. А, здесь просто? Я просто взобрался здесь. Ну ладно, ладно, пойдем. Обманка. Обманочка. Так, сейчас нам главное надо стартануть до машины. Подожди, а что стартануть до машины? Тут ничего не кружится, но может быть что-то там. Блин, давай дома бегу для прикола. Для прикола сейчас сдохну. Ну не. Не. О, здесь даже можно вот это. Давай другое возьмем. Давай возьмем другую тачку. Вау. Я чередую. Я меняю как перчатки, я вам уже говорила. Так, я в том направлении еду. По-моему, в том. По-моему, в том. О, там что-то горит. Так, хорошо. Мне нравятся эти места, где можно что-то собирать, менять тачки. Давай. Давай заберемся, посмотрим. Мне нужно много гранат, мне нужно много фееров, потому что я не умею в них стрелять, я не умею их выжигать до конца, у меня не хватает терпения. Блин, охотничье ружье? Ну давай. Не знаю, может быть оно лучше. Так, охотничье ружье. Например, у меня 5 стоит, а у дробыша... Ой, нет! Ой, нет, у меня дробыш 16 патронов. Нафиг мне ваше это охотничье. Ружье вообще сдалось. А, потому что вот для охотничьего. Ну давай. Давай тогда поменяй на охотничье. Давай. Сколько у меня, допустим? Ну тоже прогадала. 14. Нет, дробыш хочу. Бери там на 2 патрона больше. На 2 патрона больше, значит, есть больше шанс, что я выживу. Давай. Что ж, все должно быть заметили, что всеобщее предчувствие бури наконец-то оправдалось. Если верить ребятам из метеослужбы, буря не утихнет как минимум до утра. Кстати, позвольте вновь зачитать сообщение о розыске. Ведомство шерифа по-прежнему разыскивает женщину. Белая, возраст 30 лет, телосложение стройное, глаза голубые, волосы русые. Она могла заблудиться в лесу и, возможно, пострадала в аварии. Если кто-то ее встретит, пожалуйста, обеспечьте ей кровь и свяжитесь с шерифом. В такую скверную погоду никому не стоит гулять по улице. А так что, если встретите прохожего, который с виду малость не в себе, окажите ему помощь, ладно? С вами Пат Мэйн. Надеюсь, вы все еще в тепле и уюте. Короче, потерялась женщина средних лет. Женщина средних лет. Бери сначала оба-на. Блин, что-то мне не нравится. Это женщина. Может, это имеется в виду про мою, говорят, женщину? Про мою жену? Не знаю. Давай, садись в эту тачку! Садись в тачку, поехали! Едь! И...
Иди они в пень. Иди они в пень. Я на не нанималась всех фигачить. О, господи. Ой. Ай, ой. Так, с той стороны что? Нет, все, едем до фермы. Я манал. Едем до фермы. Все, мы ищем. Ищем легких путей в Алане. Ищем. Так, вижу свет. Да вы издеваетесь! Так, шиби их. Шиби вот этих вот. Шиби, шиби всех. Все, забавка, поехали к херам собачьим. По-моему, тебе машину сейчас сломают. Так, мимо. Мимо едь там, потому что все закрыто, перекрыто, да елки-палки, нормально едь. Так, где мы можем выехать из этого всего? О, господи. О, боже, 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 боже. Как я могу проехать туда, где не могла бы проехать? Я, наверное, еду в обратную сторону. И моей машине плохо. Так. Та-та-та-та-та-та-та, давай! Там было перекрыто все. Перекрытое. Давай поедем в эту сторону. Как-нибудь. Не справимся. Так мне надо, наверное, просто было выскочить и перебежать, машину бросить. Давай! Вылазь! Беги! Да, потому что здесь, да, я тоже могу, я человек. Я маленький. Жди его! Вротина! Короче, вот так сделаю! Вот так сделаю! Тварь, ты меня чё, откинул куда? Сука! Он меня откинул! Эта точка. Бо. Ладно. Ладно. Когда эта дебильная будет ферма, где вход вообще? А, ну вон тот домик-то нам показывали тот домик. Здесь я что, не смогу обойти? Блин, дырка где-то была. Вау! Так. А, светом, светом они убиваются этим светом. Хорошо. Хорошо. Давай просто пробежим. Блин, опасный вот здесь момент сейчас будет. Опасный. Ай, кофе вижу. Но мне кажется, ей... Блин, давай возьмем. Хотя я слышал, что братья когда-то были рок-звездами, но все равно серьезно это не воспринимал. Так. Ал, беги, они идут, их слишком много. Воу, парень, капец, ты!
боже! Проклятие! Это дракон? Блин! Возьми, светошумовые, возьми! Так, они у меня чё, на какой? Блин. Так, здесь что? На мощный фонарик, быстро! Так, бери эти гранаты! Давай вот так вот их кидать! Давай! Есть тебе, есть! Блин, давай! Блин, скинь! Да сколько можно-то тут, нифига себе! Чёрт! Вау! Это взрыв! Ай! Ай! Добр! Вот это было круто! О боже, боже! Давай возьмем, все соберем! Блин, мы потратились, очень много потратились! Фу, фу, вот и блин, надо было... Но когда был бой, я не видела. То есть я видела, но они не открывались, вот эти штучки. Правильно, правильно. Все, достигнут предел всего. Достигнут предел всего. Добраться до дома Андерсонов. Ладно, понял. Ладно, понял, побежал. А где, кстати, дом Андерсонов-то? А, вон он. Ой, Барри. На ферму, сюда! Ой, я надеюсь, нас сейчас... Никто не будет встречать здесь, а, пожалуйста. И так бы было сильно, было сильно. Сложно для меня. Ну ничего, кстати, я справилась быстро, между прочим. Быстро, между прочим. Так, это ты кому подбежал? Послушай, бестселлер, беспокоиться не о чем. Твой манекен лежит цел и невредим там, где я его оставил. Вернусь за ним, когда зачистим местность. Да, я уж весь извелся. Нужно убрать эту штуковину с дороги. Вот здесь они на меня и набросились. Хм. Давай штуковину какую-то с дороги уберем. Как? Вон там что-то мигает. Вон там что-то мигает. Ну? Ну? Ха. Ха. Поэтому, друзья мои, если вдруг на той... сцене, где на нас мы защищали сцену. Да, будут авторские, блин, надо мне вырезать. Я тогда вырежу, вставлю другую музыку. Ага, как я вырежу? Тогда я там буду без слов. Эй, мне кажется, Алан Вейк хочет что-то там сказать. Мы тебя слушаем. Короче, я сделала. Да, я поднимаю. О, Алан Вейк что-то говорит. Я всегда серьезен и угрюм. От того, что я загадочный и неотразим. А сейчас я стою тут, потому что лучший друг Барри взял да понес меня. Ну, это нормально, само собой разумеется. Кажется, я понимаю. Так, короче, Барри там прикалывается. Да, Барри прикалывается. Пойдем, Барри, я тут нам открыл дорогу, между прочим. О! Воу! Ух ты! Ал, ты глянь, похоже, они всю эту чушь про викингов воспринимали всерьез.
Ты посмотри на все это добро! А ребята, судя по всему, имели успех. Почему же я про них ничего не слышал? Так, собирай все для дробыша, сейчас будет капец. Сон, мы все проводим треть своей жизни в сладких объятиях, где-то между иллюзией и забвением, но сны могут проникать в реальность и наоборот. Night Springs. Ой, Барри, подожди. Слушай, что по телеку говорят. Там говорят про сны. Сегодняшняя серия «Сон во сне». Мы увидим, как мистер Джонс путешествует по бескрайним просторам сна, пока его внезапно не остановит самая прозаическая ситуация – длинная очередь. Эй, Джонс, правильно, послушай, нам придется подождать, пока его высочество не будут готовы. Кто это? Ты не знаешь, ты новичок? Он тот, кому мы снимся, и не только мы, ему снится все, все это. Но нет, погоди, это же мне все снится, я сплю. Разве это не мой сон? Ага, конечно, спустись на землю, приятель. Ты всего лишь сон. Я сон, ты сон, чудак в водолазном костюме тоже сон. И улыбающаяся девушка определенно сон. Но я уверен, что это снится мне. Но может быть ты в конце запутавшийся сон. Но что, я психиатр? Я верю умным парням, а они говорят, что тот, кому все снится, вот он. Я не знаю, что это. Это значит, что мы его оберегаем. Никаких внезапных падений. Он должен быть одет, когда выходит на люди. Никаких погонь, когда чудовище вот-вот схватит его, а он бежит, сломя голову, но не двигается с места. Ничего такого. Потому что если он проснется в холодном поту... А, точно. Поэтому мы ждем, когда он пойдет дальше. И следим, чтобы все было тихо и спокойно. Эй, что-то тут, что-то происходит. Что это? Ты не слышишь? О, Господь милосердный, это будильник. Так это ты, да? Пожалуйста, у меня жена и дети, пожалуйста, нет. Так, там что-то про будильник говорит. Там что-то говорили про будильник. Появился будильник, а он такой, нет, у меня жена и дети. Так, пробраться через сарай. Сейчас я его хорошо осмотрю сначала, этот сарай-то, пока не началось. Так, возьми ружьишко другое, перезаряди его пока. Ну, здесь, по-моему, больше ничего нету. Я думаю, рукописня где-нибудь будет. А, во! Как это ничего нету? Фееры! Мне нужны и батарейки, и фееры. Так. У меня 4 штуки фееров. 4 штуки фееров. Ну, все, по-моему, все. Пойдем наверх. Пойдем, Барри. Ой, нас ждут великие приключения, божечки. Фу. Друзья, напоминаю, мы все ближе и ближе к концу. Скорее всего. Мне уже не терпится узнать, что же. Да, вот страница рукописи, что же на самом деле происходит. Братья Андерсоны в 70-х. Год 1976. На ферме Андерсонов царит безумие. Вопреки всем законам здравого смысла, самый опьяняющий компонент их самогона – неочищенная вода из озера Калдрон. Андерсоны чувствуют себя богами. Один Один все время хохочет и не хочет остановиться, не может остановиться. Он подумывает над тем, чтобы вырвать у себя глаз. Тор бегает по полю нагишом, с молотом в руке и вопит, пытаясь поймать молнию. Их песни обладают силой, нечто древнее пробуждает в глубинах, возвращает. Они еще берут для самогона воду из озера Калдрон и потом сходят с ума. И потом ладья выглядела внушительно и вполне могла сойти за кого-то. Какая ладья? Эй! Подожди. О боже, тут что-то можно открыть. Так, ладно, понял. Что-то посмотрим. О, почитаем. Древние боги Асгарда. Тур Рагнарок 1975. Трепещите перед гневом и яростью небес. 11 апреля Сиэтл, штат Вашингтон. 13 апреля штат Калифорния. 14 штат Калифорния. Это какое-то расписание.
Расписание? Короче, понял. В Штатах что-то будет. Что-то будет, какой-то концерт. Концерт по заявкам. Ладно, давай! Давай нажмем, что это? Лодку сейчас спустим. Вот это ладья. Вышибем дверь! Ух ты, молодец! Ау! Ну, а дока я что говорил? Ой, какие-то батарейки. Слушай, у меня... Блин, полно их. Ну все закружилось. Ну все закружилось! Так, бери вот это ружье! Так, хорошо, следующий! Меня, кстати, забрали этот мощный фонарь или нет? Ай, блин. Ай, блин. Ай, блин. А где спускаться-то? Давай! Блин. Иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну он, по-моему, один остался. Да. Ну вот. Ну вот. Чё орать? Чё орать, когда ситуация под моим контролем? Откуда мне спрыгнуть-то? Откуда мне спрыгнуть-то? Я заблудилась. Может быть, можно было здесь? Здесь что-то закрыто все, слушай. О боже. Я могу как-то па-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 па. Па-па-па-па-па-па. Слушай, ну заблудилась в трех соснах. Ой, ничего не вижу. Ничего не вижу. Где выход-то? Как я сюда залезла? Я сюда залезла же по какой-то лестнице. Вот она. Ой, блин. Ой, блин. Бери патрончики. Бери патрончики. Так. А у меня Барри-то чё уже убил? Возделывать землю очень нелегко! На тебе! Здесь пройдем? Где здесь пройдем? Ты где вообще? Так, давай мимо! О боже. О, рукописня помо... А, нет... А, чёрт, давай! Да, блин, меня там что, убивают? Где этот Барри-то? Вот, смотри! Вот это вот уничтожается. Если я их тут заманю, и некоторых из них так умрут. Например, видишь, да, это же свет. Давай сюда. Так. Мне нужно пробраться. Скорее всего, вон та тачка откроется, туда проберусь. Правильно. Где начало? Где? Начинайте уже. Так, начинайте. Давай сюда! Оба! Смотри, оба! Оба! Я сейчас буду вот так вот их... Вот, видишь? Сука!
Этих Изи где еще? Вот видишь, надо их сюда, конечно. И получается, половина-то их, половина их. Так, бери вот этот пистолетик. Задела вот эта вот болтающаяся фиговина и перебила. Правильно, правильно. Там еще машина. Там еще машина, которую мне надо убрать. С моего пути. Правильно, да. А вот это запечная или нет? Нет, это не... Вон он, Барри-то, кстати. Стоит, постаивает. Бессовестный. Мне, чтоб другу помочь. Как я к тебе приду-то, между прочим? О, господи, вот. О, божечки. Фу. Чё стоим, кого ждем? Пойдем. Так, это что у нас? Так, и что? Ух ты! А эти чудики даром времени не теряли. Знаешь что, Ал, если выберемся живыми, стану их менеджером. Точно будем продавать весь этот хлам по сети, устроим реалити-шоу, выпустим новый альбом. Удачи тебе, дружище. Ты главное придумай, как нам выбраться, ладно? А я пока посмотрю, что тут есть. Ладно, я-то придумаю. Я-то придумаю. Так, пнуть? Так, ладно, пока туда можно войти. Здесь мы что, посмотрели, осмотрели, высмотрели? Так, ну пойдем. Есть ход наверх, между прочим. Ход наверх. Ай, ай! Careful, осторожнее, Ал! Бери для дробыша. Вот ты пока мне не сказал осторожнее, у меня паники не было. Сейчас что-то ты мне говоришь осторожнее. Так, блин, много. Перебор патронов не берет. Не берет. Открыть для Барри дверь силосного хранилища. Давай, 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 мочи! Да сколько тебя сжечь-то можно? Живой, гляди, баба, ладно? Я-то живой. Я-то живой. Бери на всякий случай пушечку. Пушечку на всякий случай возьми. Так, что здесь? Зачем мы здесь? А, потому что еще наверх идти. Я уж хотела возмущаться, думаю, заманили сюда. Зачем? Ай, опять что-то зашипело. Так, вижу лезть. Ну, пойдем. Осторожно. А, опять кнопочка. Опять кнопочка и есть выход еще наверх. Так. Да, на мощный давай переключать. Ой, берем мощный, значит, будет зопа. Значит, будет зопа. Давай. Включай, что там? Как известно постоянным слушателям, я частенько засиживаюсь за полночь, но оказывается, не только я один. Помощники шерифа Маллиган и Тортон выкроили пару минут, чтобы принять участие в моей передаче. Ну что, парни, дел по горло? На носу день оленя, наверняка скучать не приходится. Да уж, не скучаем. Вообще-то, Пат, на нас помимо праздника свалилось другое дело. Это связано с текущим расследованием. Тортон, мы не можем ничего разглашать. Я не собирался ничего разглашать, просто сказал, что есть дела и помимо праздника. А как считаете, по сравнению с прошлым годом работы больше стало? Вроде бы жизнь в последнее время более-менее мирная, люди просто с катушек съехали. Съехали, Пат, как пить дать, съехали. Весь год творится черт знает что, вандализм, драки, общественные беспорядки, да еще и куча народу пропала без вести. Ага, все как обычно, Пат, только знаешь, гораздо чаще. Мне кажется, или с каждым годом на День оленя становится все хуже. Начать с того, что люди больше пьют, даже подростки начинают раньше. Нет, Пат, тебе точно не кажется, но... Точно, Пат. Торт, ну ты не перебивай. Ну вот, сбился с мысли.
Про людей. А, да, точно, правда, твоя пат. Народ звереет, но только хуже всего оказываются взрослые мужики, которые вроде как с понятием должны быть, понимаешь? А на молодежь особо и не жалуемся. Ну, хоть и это радует. Парни, спасибо, что заглянули, не буду вас больше задерживать. Удачного патрулирования. Спасибо, пат. Спасибо, пат. Я вам говорю, люди сошли с ума. Люди сошли с ума везде. Везде. Я бы выхлопала всех. Творится ужасно. Творится ужасно. Так, давай сначала возьмем. Ой, ой. Так, раз. Ай. А! Хорошо. Что я включила? Лифт, наверное, какой-нибудь включила, конечно. Давай. За полем виднелся дом Андерсонов. Это было уже недалеко. Меня не смущало, что я полагался на болтовню двух старых маразматиков. Они были в тени. Ой, блин. Пнуть. Все, лишь бы Алан пинал. Так, собирай. Патроны, 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 перы, перы, перы. Четыре. Ладно, пока бери, вот у меня 5 штучек этого есть. 5 штучек есть. Так, я могу выйти, а могу и не выйти. А где у меня Барри? А, открыть для Барри дверь? Нет, ну это немыслимо! Так а что в смысле? Так, бери вот это, что? Патроны, патроны, патроны на коленке! Так опять какая-то телега! Справиться с компанией! Плохо дело, плохо дело, 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 дело! Не знаю, как я его победить буду. Победить. Я всего лишь человек. Из мяса и костей, а ты железка! У тебя нет мозга, кстати. Надо как-то подумать мне и использовать это мое преимущество. Давай! Да сука, пока ты там возьмешь. А где? Смотри. А ему хоть бухнуть? Так, давай я вот здесь соберу. Подожди, по-моему, я тут всех мочканула.
Здесь просто боеприпасы. Мне нужны боеприпасы или что? Тут-ту-ту-ту! Та-та-та-та-та-та-та-та! Так. Мне нужно открыть Барри дверь. А где? Кого? Вот эту? Ага. 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 Вот же, вот же, вот же. Откуда это вышел? Откуда этот вышел? Туда и зашли. Так, все, вижу лестницу. Все, погнали. Фу, ну блин. Ой, космал. Надо не паниковать, и тогда легко получается, конечно. Тогда легко получается все. У тебя бабочки. Так. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Тише. Вот здесь что, можно пнуть? А, можно открыть. Взять ключ! Ключ от хранилища! Хорошо. Так, ключ от хранилища взяли. А, теперь нужно открыть для этого Барри дебильного. Тише. Тише. Я боюсь. Я боюсь. А где хранилище? Это вот это? Да, это я! Это я, все! Господи! Эй, let's go, man. Эй, пошли! Пойдем, доберемся до дома Андерсонов! Пойдем! И все, и хары. Так, а мы здесь сможем пройти уже открыто? Алла, я думаю, ворота придется открыть вдвоем. Уж больно, они тяжелые. Ну давай. Давай, где толкнуть-то? Давай! Я одним плечиком! Тяжелые они. Эй, кажись, это ферма, мы почти добрались. Не ферма, а сумасшедший дом. Тогда мы должны чувствовать себя... Чё? Блин, точно это ферма. Ну смотри, какая-то там радостная ферма у них. Там что-то смотри, как разноцветный. Разноцветный. Так, давай. Пила! О боже, смотри! Пилище! Можно я ее возьму? Я буду кромсать пилой направо и налево. Направо и налево. Че, сможем сейчас зайти? Мы добрались же. Да! Свет погас, нужно проверить предохранители. Так, а сохраняшка была или нет? Проверить предохранители. Проверить-то проверить. Тише. Давай пошаримся еще немножко. Так. Так. Здесь ничего нету, здесь просто... Барри, ты бы шел в другую комнату искать. Надо всегда силы свои по всему дому бы... О, это что такое? Свет внизу не горел, но это наверняка можно было исправить, если разобраться с предохранителями. Так, а это-то что такое? Какая-то пластинка. Какая-то пластинка. Отойди! Да, Барри. Да, Барри. Так, ладно, здесь нету никого. Да, Барри, ты мне мешаешь! Отойди, мясо, кусок! Дурачок какой-то, точно. Так, термос взяли, кофе. Я нахожу только кофе здесь. Давай включим свет. Так давай включим, если ты не ходил своей жопой, не шевелил медленно. Так, тише. О, рукописку. Рукописку возьмем. Ха. Тайна пропавшей недели. И снова в ночной тишине разнеслись крики Элис. Я увидел самого себя. Вот я бегу к дому с фонариком в руке. Я последовал за своим двойником из прошлого. Я был сторонним наблюдателем, путешественником по времени в безумном хмельном сне. Это было самое начало. Та ночь, когда исчезла Элис. Тайна того, что именно произошло за пропавшую неделю моей жизни, вот-вот раскроется. Ты так думаешь? Не думаю, что их там сторожат особо усердно. Похоже, они постоянно сбегают. А, ну они про этих ребят. Да, эти ребята отважные. Дедули-то! Дедули-то! Смотри, рок-н-ролльщики настоящие. Так, это пустая комната абсолютно. Комната абсолютно пустая. А это? Это закрыто. Вау. Вау. Здесь что-то должно быть. Здесь что-то должно быть. О, починить предохранители! Ну вот и все! Найти запись? О, а
Опять эта музыка, музыка играет. По-моему, внизу там. Ал, ты слышишь, музыка играет? Ну, конечно, пойдем на звук. Об этом послании Андерсона и говорили. За ним мы и пришли. Да, это сумасшедшая дамочка. Как ее там? Та фонарная? Какая фонарная? Синтия Уиверс, наверняка она. Так, давай. О! А чтоб любовь освободить, от дома ведьмы ключ найди. Пресветлую леди ищи, обезумевшую в ночи. Пресветлую леди ищи, о господи, мятущуюся в ночи. Okay. Ладно, нужно найти Синтию Уивер, прежде переждем ночь здесь, а с рассветом вернемся в город. Ал, до рассвета еще далеко, может пока отдохнуть, я имею в виду напиться? Да ладно, Барри. Горяну все огнем. Вот сейчас напьемся, придут вот эти черные люди и все. Плохо будет. Слушай, Ал, мне так жаль насчет Элис, правда. Я знаю, дела у нас не ахти, но мы ее обязательно найдем, правда? Хоть ты и чокнутый ублюдок, но я тебя не брошу, чтобы не случилось, я с тобой до конца, Ал. Потому что мы никак не... Да там кто стоит? Если бы я захотел, я бы написал за год десяток книг, и это были бы лучшие книги года. Нет, не написал бы. Точно не написал бы, не мог, потому что я писатель. Что? Что они туда кладут? У меня как будто мозги через нос вылезают. Короче, мужики напились, начали письками мериться. Я напишу, я все допишу. За год я самый лучший. Мне просто ее не хватает, Барри. Я просто хочу, чтобы она была со мной. Я знаю, Ал, знаю. Ну все, вернем на свои места. А, это стоял, блин, я думаю, там Ал какой-то другой стоит, а это книжный Ал стоял. Показалось мне. Вот нельзя напиваться, брать чужую бутылку в чужом доме, непонятно, что там вообще налито, и в чужом доме. Непонятно, кто тут может появиться, между прочим. Например. О. Черт. Добраться до дома. Блин, что-то интересное началось, но уже серия огромная. Алан, Алан, где ты? Помоги! Так, подожди. Подожди, Элис. Это сто пудов кричит моя жена, меня зовет. А жена подождет. Если понравилось, ставь лайк и оставляй комментарий. Поцеловала, обняла, ушла. Люблю, мои хорошие. Пока.